Офигенное тут, короче, место на том же ручье. Вот, короче, болото такое, да, пруд. Есть мостик. Я думал, он панельный, а он деревянный. Но, что странно, он никуда не ведет. То есть, да, мостик. Вперед проходим. По факту, это конец дороги. Вот. Можешь, конечно, попытаться туда пойти дальше. Но это пытка. По сути-то это пытка туда ходить. Это не дорога, это какая-то хрень начинается. Вот. Может, кстати, я думаю, это... Насыпь тут не ради этого мостика тут образовалась. Может, уже скукарейка была еще одна. Фиг его знает, да? Потому что мы знаем, что пруд, на который я езжу, он как бы выкопан искусственно и потом затоплен. Просто канал Трекияуза прокопан, и пруд этот затоплен. Так что я знаю, что он искусственный. Ладно, я пытаюсь вперед проехать, насколько смогу. Потому что это не дорога, это хрень. Вот борщевик растет. Вот. Насколько смогу, попытаюсь проехать вперед, но сначала покажу вам, что с мостика видно. Не зря, что я приехал, это одна из целей, да? По факту я покажу только мостик. Не могу я, к сожалению, ничего-то найти интересного, нового. Вот. Тут не глубоко, главное, вот видите? На самом деле тут не глубоко. Ну, полметра глубины, может быть, да? Полметра глубины. Может, с этой стороны глубже. С этой стороны, может быть, метр. Не больше метра, короче. Вот. Эвригуд, короче. Классное, да? Потенциально классное озеро. Было бы. Но какое-то оно мутное все. Мутные, что пиздец, короче. Что тут еще? Ну тут все борщевики. Тут вообще все борщевики в этом огромном. Говорят, уничтожают, там бабки выделяют. Что-то я не верю, что уничтожают и бабки выделяют. А вот тут еще больше. Вот туда вообще поворачиваем, там вообще еще больше. Вот этот борщевик. А я велосипед в него засовываю. Обожжемся, господа, обожжемся. Само собой. Не, конечно, страшно обжечься, да? Только-то вырезаю, то как бы дороги хотя бы. Муха налетела. О, пиздецкая живописная панорама. Я в восторге, короче. Ну все, борщевики. Это не good nice. Every good, very nice, не. Good nice или no? No good nice. No good nice. Все в местном борщевике. Вот он. Я уже забыл, как он выглядит здоровый, когда он такой. У нас вот все поменьше, поменьше. Тут здоровый собак. Вообще, вот видите. Вот это вообще, наверное, 1.3 метра высотой. Вот. Ничего себе забрался, конечно. И туда, и тут почему не ездят? Потому что сейчас болото начнется, да, вот там. Правильно, или там дерево упало и все завалило. Ладно, посмотрим, что там. Но уже без камеры.